вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова и обзор каталога номер 3, который мы все очень ждем, потому что это каталог, который мы посвящаем 8 марта нам, милым девочкам. И компания приготовила для нас много потрясающих подарков, сюрпризов, и сейчас мы посмотрим самые актуальные, самые яркие новинки каталога. И обратите внимание на эту потрясающую, просто шикарную, роскошную водичку Love Potion Secrets с удивительным дизайном. Просто необыкновенная такая капля, которая переходит в такую пику. И аромат, который сочетает в себе самое вкусное. Это белый шоколад, белые цветы и белую клубнику. Я считаю, что мимо этого аромата пройти просто нельзя. Он соблазнит даже самого стойкого мужчину. По крайней мере, я себе уже заказала. Вот, мы также ожидаем одну новинку потрясающую. Это просто бомба. Комплект для того, чтобы в нем спать. Я, правда, не знаю, как кто сможет уснуть рядом с девушкой, которая будет в таком комплекте. Это потрясающая маечка кружевная и малюсенькие классные шортики. Что меня больше всего порадовало, это цвет, это дизайн, что размеры совпадают. Самое главное, что есть маленький классный размерчик. И что самое приятное, я думала, что будет ткань шелковая, но она оказалась мягкая, тонкая, хлопковая ткань. Просто потрясающая, она приятная к телу. И это будет прекрасным дополнением к нашему сладкому сну. Поэтому обратите внимание, какая шикарная акция и на парфюм, и на этот комплект в каталоге. Просто устоять невозможно. И они будут прекрасно друг друга дополнять. Также очень радует, компания нам выпустила к нашим чудесным ароматам, такие как Эльвия, Тендерли, Мисс Джордани и Вивасити, 4 лосьона для тела, 4 потрясающих аромата, которые продолжат аромат. То есть мы после душа наносим на себя лосьончик с ароматом парфюма сверху, мы потом дополняем ароматом, и у нас в течение дня от нас потрясающе пахнет от макушки до кончиков пяточек, везде будет один и тот же аромат, ни с чем не пересекаясь. Очень порадовала серия в японском стиле, для мужчин такая вот зелененькая, для женщин в таком теплом цвете оранжево-желтом, с шикарными ароматами, и в каждом комплекте есть кусочек мыла, то есть берем мыло для рук и гель для душа используем. И компания нас побаловала шикарным набором, это крем для душа и крем для рук, с потрясающим ароматом тюльпанов. Это аромат весны, это аромат начала пробуждения природы, это аромат из детства. Обратите внимание, что это именно крем для душа, который уже содержит в себе питательные компоненты и уже увлажняет нашу кожу. Возьмите обязательно себе наборчиком, это выгодно. Далее у нас есть для мужчин новый набор. Для дополнения к новому парфюму Giordani Man это спрей-дезодорант и шариковый дезодорант. Можно пополнить коллекцию для мальчиков. И с наступлением весны мы все снимаем головные уборы, и наши волосы видят все окружающие. И поэтому для нас очень важно поухаживать за нашими волосами после зимы. И компания разработала специальную чудесную новинку. Это CC-крем. 10 в одном, который содержит в себе антиоксиданты, омега-3, и он ухаживает за волосами, укрепляет их и ухаживает также за кожей головы. Как его правильно применять? Просто небольшое количество можно выдавить, оно прям идет как распылитель, вот так вот пшикает, видите, крем, но он с распылителем. Растереть на ладошке и нанести на свои волосы, смывать не нужно. То есть вы можете нанести как на влажные волосы перед сушкой, так и после сушки. Просто дать волосам еще больше блеска, ухода и красоты. И, конечно же, несколько новинок в серии декоративной косметики. Обратите внимание, на последней страничке каталога есть несколько продуктов из серии Giordani Gold. Это румяна в шариках и одна эксклюзивная новинка. Просто потрясающая пудра, сияющая для лица. У этой пудры есть
очень шикарный спецэффект. Она омолаживает лицо, то есть специальные светоотражающие частички. И сочетание цветов желтого, зеленого, сиреневого, белого и розового при нанесении на кожу, когда мы все эти цвета кистью смешиваем, наносим на кожу, кожа выглядит здоровой, молодой и красивой. Визуально нейтрализуются недостатки кожи, такие как покраснение или синячки вокруг глаз. Обязательно попробуйте эту новинку, при всем при этом она шикарно пахнет. То есть это чудесный аромат, который будет излучать ваша кожа. И как раз все эти новинки идут по шикарной акции. Вышла новая подводка в серии Giordani Gold. Как всегда, это красивый дизайн. Подводка жидкая, и она просто тоненькой кистью вы рисуете стрелочки на своем веке. Даете немножечко подсохнуть, и у вас высыхает просто прекрасная классная стрелка. Вышла новинка для бровей. То есть мы видели в таком дизайне, у нас был лайнер, которым, кстати, у меня сегодня накрашены стрелки. Сегодня это новинка для рисования бровей. Она цвет коричневый, такой достаточно приятный цвет, прекрасно прорисовывает штрихами. Можно докрасить брови, сделать их яркими, выразительными. Если нужно, да, немножечко их увеличить, дорисовать и сделать эффектными. Также вышла новинка в серии The One – уход за губами, мгновенное увеличение губ. Мы привыкли видеть в таком дизайне мультиактивный бальзам. Сегодня это будет специальный комплекс по увеличению губ. То есть, если вы хотите, чтобы губки стали пухлыми, розовыми, приятными, воспользуйтесь специальным стиком. Сразу же покажу новый аксессуар. Это специальная баночка, подставка для косметики. То есть здесь вот очень удобно поставить кисти, карандаши, тушь, все, что длинное такое, чтобы у вас всегда под рукой на туалетном столике был такой прекрасный, классный аксессуар. А в серии парфюмов у нас добавился парфюмированный дезодорант «Люсия». Будет прекрасным тоже дополнением к нашему основному аромату, который все уже так давно полюбили. И немножечко про аксессуары. И, конечно же, наши женщины любят цветы. И вот этот прекрасный цветок розы, это не просто цветок, это футляр, в котором у нас хранятся потрясающие серьги, которые будут настолько сиять и привлекать к себе внимание на ярком весеннем солнце. И прекрасно. Да, такой домик для сережечек у нас. И вы видите на мне комплект. Это кольцо и серьги. Серьги, кстати, трансформер. Сейчас расскажу, как они работают. То есть можно просто подвесить их на специальном крепеже или снять с крепеж и одеть как гвоздики, чтобы они были повыше к мочке уха. То есть прям фиксировались на мочке уха. В этом же комплекте у нас есть браслетик. Такой изысканный тоненький браслетик, красивый. И роскошное такое ожерелье. Это цепь, у которой на кончике такой же камень. Цвета аметиста, ярко такой насыщенный фиолетовый оттенок. И вы можете также завязывать как угодно. Да, просто накинуть на шею. Это будет прекрасный аксессуар, например, на водолазке или на однотонном каком-то платье, блузе. Да, вот такой вот шикарный аксессуар, который будет ярким дополнением к вашему гардеробу. И также будет приятно видеть на своем туалетном столике вот такую вазу, специальную для цветов. Вы можете сюда поставить маленький букетик ландышей или подснежников, или еще какие цветы, которые вы любите, которые всегда будут напоминать вам о природе, о чуде весны. И обращаю ваше внимание на эту шикарную круглую коробку, в которой вы сможете хранить аксессуары, белье и свои шарфики. Очень красивая и яркая. И чудесные продукты. Это мочалка, да, для душа. Очень такая упругая, пышная, классненькая. Для сушки волос специальный такой тюрбан. То есть вы одеваете вот так на голову просто. Заматываете волосы и ходите сушить. То есть очень удобно, классно будет сохнуть волосы. А самое главное, это очень красиво. Здесь есть пуговка, вы потом сможете вот застегнуть специальной резиночкой, накинуть
так на пуговку, и у вас волосы не будут рассыпаться. Очень удобный аксессуар, кстати, я пользуюсь уже давно, мне очень нравится. И в этой же коллекции такое чудо, маленький кошелечек, как из бабушкиных времен, но это не кошелечек, это маникюрный наборчик. Здесь есть ножнички, щипчики, пилочка, пинцетик и специальная лопаточка, чтобы убирать излишки, да, кутикулы. Прекрасная вещь, кстати, классный подарок. И у нас новинка. Кто любит золото, шик и красоту, для вас будет прекрасный такой вот шарф. Смотрите, он очень широкий, блестящий, шикарно красивый. И, кстати, смотрите, намного интереснее, чем в каталоге. И вот такая шикарная сумочка-клатч на цепочке. Вы можете носить так на руке и держать за руку. И, кстати, выглядит просто очень богато. Такой вырезан богатый орнамент. Внизу атласная ткань. Все это на молнии. Внутри очень удобно сделан. Есть большой отсек, разделенный на две части. И кармашек на молнии. То есть шикарная сумочка, очень полноценная. Конечно же, это будет и как вечерний вариант, и в принципе, если вы с шарфом будете носить, с курткой, с платьем, с чем угодно, это будет очень классно, удобно выглядеть. Кстати, такой размер хороший, сюда поместится даже планшет. То есть, если с собой взять планшетик, то очень круто. Очень красиво. Следующая коллекция в сиреневых тонах. Опять же, весна, это воздушный, потрясающий шарф, что радует в последние... Уже несколько лет в компании такие шикарные шарфы, настолько они качественные, красивые, приятные ткани, сочетание цветов просто богатейшее, так и хочется в них вот просто закутаться, они такие уютные, теплые, согревающие, в то же время легкие. И под этот шарф шикарная просто сумка в таком сливовый цвет, темно-фиолетовый, на молнии, внутри вся золотая, роскошная. Ручки удобные, просто классные. Мне очень нравится то, что есть внешний карман. Очень удобно, потому что, ну, какую-то мелочь бросить, телефон туда, вот, просто прелесть. И вот такой вот кошелек к ней. Ну, чем он необычный, этот кошелек? Его можно носить просто как кошелек. Он достаточно тоже интересно сделан, широкий такой, удобный, большой. А можно носить как сумку. То есть у нас есть к ней ремешок, который регулируется, можно сделать длиннее или короче. И специальными карабинчиками мы просто тут сбоку прикрепляем к сумочке. Вот так получится у нас. То есть можно носить как сумку-кошелек, если вам не хочется с собой брать чину. Посмотрите, какая оригинальная вещь, просто удобная. Можно плечо повесить. Сделать или подлиннее через плечо перекинуть. Это вообще потрясающая, классная вещь. По ощущениям, это просто очень шикарная выделанная кожа. То есть я бы не сказала, что это кожзам. Очень трудно определить. Шикарное качество, отстрочено, великолепно. Просто горжусь Oriflame. Так нравятся все аксессуары. И еще один аксессуар. Это косметичка Novage. В серии Novage. Она большая. Смотрите, какая она достаточно такая объемная, широкая сбоку. На молнии. Внутри она черная. И есть тоже очень много кармашков разных, отсеков маленьких для всяких кисточек, наверное, мелочей, чтобы с собой носить вот такую вот шикарную косметику. Здесь же сбоку есть Novage написано. Вот роскошная вещь. Просто роскошная, очень удобная. Если вы любите путешествовать, то вы можете в эту косметичку сложить и уход за лицом, за волосами, и косметику декоративную. Шикарная, удобная сумочка. И при этом так стильно сделана, настолько она качественная, что я просто влюбилась в нее с первого взгляда. Итак, обзор новинок у нас подошел к концу. Осталось еще два сюрприза. Это две водички, которые пока не представлены в каталоге. Это наше будущее ожидание. Два парфюма. Они выполнены в таком дизайне. У нас есть такие же мужские два аромата Collections и два женских. Потрясающий аромат. Один я про него вам расскажу. Это аромат сирени. Девочки, если вы давно ищете аромат сирени,
то вы его нашли. Просто чуть-чуть подождите, скоро эта новинка выйдет уже в каталогах, и вы сможете себя порадовать новым потрясающим ароматом. Второй аромат, он такой более свежий, более легкий, воздушный. Поэтому ждем новинок, будем себя баловать, как всегда, чтобы нравиться себе и нашим мужчинам. Спасибо вам огромное за внимание. До новых встреч. Балуйте себя. Как всегда, будьте самыми красивыми. А в преддверии весны это, конечно же, новый имидж, новый образ, новая энергия, чтобы от вас просто вот шли лучики счастья и любви. И поздравляю вас, мои дорогие девочки, с наступающим 8 марта. Пусть этот праздник будет самым лучшим из всех-всех-всех предыдущих, чтобы ваши мужчины порадовали вас подарками, цветами, и чтобы все, что вы хотите в этой жизни, исполнялось. Любви вам!